Неприятный инцидент случился в одной из деревень Архангельской области. Водитель грузового автомобиля МАЗ в состоянии изрядного алкогольного опьянения сел за руль. В итоге не справился с управлением, проехал по ВАЗовской 99-й, попутно сломал забор и врезался в дом. Информации о пострадавших нет. Посиделки закончились убийством. На днях напротив дома 49 по улице Карла Маркса на пустыре был найден труп мужчины с признаками насильственной смерти. Уже ближе к вечеру сотрудниками уголовного розыска был задержан молодой человек, житель города Северодвинска, который написал явку с повинной, признался в совершении данного преступления. Все данные лица, которые проживали там в городке, значит, были без определенного места жительства. Ни регистрации, ни документов бродяги при себе не имели. В ходе следственных мероприятий удалось выяснить, что мужчина нанес 5 ударов по голове собутыльника лопатой. Сегодня на следственном эксперименте обидчик во всех подробностях показал, как он совершал преступление. Возбуждено уголовное дело. Убийце грозит до 15 лет лишения свободы. Сегодня около 11 часов утра с железнодорожного моста в Архангельске в Северную Двину прыгнул мужчина. Падение оказалось смертельным. Труп молодого человека из реки достали спасатели неподалеку от места случившегося. Как сообщает областное ОМВД, это уже третий случай прыжков с мостов областного центра только за эту неделю.